что, принесла мой такой завтрак миллионера. Куда-то солнышко. Нет, солнышко ушло. Солнышко ушло. Шляпку нужно снять. Солнышко пока ушло. Но погода совершенно шикарная. Совершенно шикарная погода. Травка пострижена, шикарно. Шикарно, травка пострижена. Приготовила себе такой ланч. Завтрак-ланч миллионера. Сейчас буду кушать. Солнышко уже появляется. Солнышко появляется. Просто шикарно. Чай майский, корона Российской империи. Салатик себе сделала. Помидор, огурец. Вареное куриное яйцо. Сметанка. Имитированная черная икра. Белками. Хорошо вообще иметь белками. Конечно, лучше иметь белками где-нибудь на Лазурном берегу или в Монако. Вчера купила в магазинчике «Семи шагов» огурчики по очень хорошей цене. А также икра у них подешевела со скидкой. Поближе. Позагорать. Ну, заодно и позагораю. Конечно, у меня, знаете, открыто, проветривается, но без солнышка внутри, конечно, немножко, в общем, как-то вот это вот. На солнышке, конечно, лучше.
творческая студия позитивного мышления и силы позитивной мысли Татьяна Саламановна Мактум Сайнфуд. Надо сюда еще на зарядочку, компьютер на зарядочку поставить. Также к чаю у меня тут халва подсолнечная, еще фрукты, козинак, конфеты. Поставлю на зарядочку. Давайте. Книжечка из моей библиотеки. Заснимает у меня здесь немножко на этом видео. Духовная сила человека, Джозеф Мерфи. Книжечка очередная из моей библиотеки. Живи с надеждой в сердце. Начинается эта книжечка. Живи с надеждой в сердце. Надо бы еще ножичек принести. Сейчас еще ножичек принесу. Травка шикарно пахнет.
травка шикарно пахнет. Немножко еще майонезика, мечта хозяйки. Майонез классический, настоящий домашний вкус, пишут. Хотела вам зарядочку, думаю, зарядку показать сегодня. Вот, встану, засниму вам зарядочку. В смысле, физические упражнения, как я занимаюсь физическими упражнениями. Сегодня рано, легла в 4 утра, встала в 8. Встала в 8, занималась хозяйственными вопросами. Хозяйственные вопросы. Мусор вынесла в бак на улице. Посудку помыла, сейчас посудки помыла. Помылась под душем и еще легла. Думаю, помедитирую. Вообще спать хотела. Думаю, еще лягу поспать. Устала совсем недавно. Теперь еще салфетки нужно принести. Кстати, вчера прямо здесь, по дороге, подошла в магазинчик, встретила Лизу. Лизу, которой много лет, здесь прямо, знаете, тоже здесь напротив дом, прямо сейчас на котором написано обувь. Там была парикмахерская и косметический кабинет. Я к ней ходила лет 10 на чистку лица, на массаж, на чистку лица. Кстати, очень хорошая, сейчас в другом салоне, этот салон закрыли, ну, эту парикмахерскую, на другом салоне работает. Кстати, очень рекомендую, вот, 30 лет ее знаю, вчера на нее посмотрела, это вам все говорю, пациента Коновалова, посмотрите, как он выглядит, шикарно, 85 лет. Ну, Лизу я знаю 30 лет, а вчера на нее посмотрела, у меня такое чувство, что 30 лет назад она так же выглядела, как и вчера. Так что вот. А это о чем говорит? Это говорит о том, что наверняка хорошая, ну и правда, она, как говорится, всегда такая вежливая, хорошая, хороший косметолог. Если она так сама выглядит, за собой ухаживает, значит она...
клиентов может сделать красивыми. Ну, в смысле, качественно. Процедуры там по массажу, процедуры всякие омолаживающие, там эти маски. Дарсенба или как там? Процедура. Связанная с лицом. Ну, косметолог. Такая, может быть, новомодная, как говорится, типа крема. Косметика. Косметика, может, поддерживающая, молодость кожи, что-нибудь такое. Ну, не знаю, я давно у нее не была. Я однажды придем в магазинчике призму встретила. А так я к ней много лет ее, конечно, не была уже, много лет у нее. Лет 15 я у нее уже не была. Салфеточку принесу. И уже сметанки. Пропущенный вызов. Кто-то нам тут звонил. Кто же нам тут звонил? Сейчас посмотрим, кто тут звонил. Какой тут номер телефона. Как же я пропустила. +13 872 36 53. Перезваниваю. За еще. Ну и не хотят отвечать. Ну и не надо, не надо. Было бы предложено. Было бы предложено. Вас слушают. Алло, здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Может, по какому делу? Как ваше достижение? Достижение? Достижение, как это? Да у меня, в принципе, все великолепно. А у вас? Да у меня, знаете, тоже хорошо. Я все в последнее время перестал какую-то фигню заниматься. Вот уже неделю подряд у меня очень хорошие жившие. Я даже в какой-то степени похвастаюсь вам. Потому что я стою так, беспрекословно, просто в первую секунду вырываюсь в кровати, иду на пробежку, а после пробежки занимаюсь своими предметами.
Пробежка помогает. Да. Мне почему хорошо? Да не просто потому, что я себя задал там весь день с работы, а потому что выполняю очень много всего, что конца дедлайна, и мне это нравится. Вот, например, курсовую, да, мог бы написать в последний момент, а закончил за неделю. Так что радуется. Закончил за неделю до сдачи или как? Великолепно. Я просто за вас рада, что вы и пробежка, и учеба, и курсовые, и работы, и вообще целый день. Вот, и по звонку отбой, да, и по звонку, так скажем, подъем. Да, ну почти как в армии. Вы скажите, вы же тоже человек с продуктивным, читаете книжки, смотрите там на видео. Да. Подписчиков. Ой, да, продуктивно. Я бываю так продуктивно. Так, на самом деле, пять лет продуктивно работаю, даже не знаю. Даже, знаете, сама себе завидую, так продуктивно работаю. Ну, правда, у меня график, он такой немножко ненормированный, не как у вас в армии, ну вот. Но зато продуктивность у меня 1000% продуктивности. Это даже не курсовая, это даже... Нет, я не иронизирую, Я сделала... Я сделала за 5 лет, что некоторые за несколько жизней не успеют. Так что вот. Так что вот такие вот дела. Вот это похвально. Да. Что? Время? Ну, в принципе, отдыхать надо, понимаете, с таким графиком. У меня больше, знаете, больше волнует сейчас, знаете, такой вопрос, как Светлана Ермакова говорит, что отдыхать нужно еще до того, как устала, вот восстанавливать силы, потому что сделать-то можно много, вот, а здесь же еще самое главное не то, что сделать, а как ты себя чувствуешь, как ты себя ощущаешь, вот, это очень важно, ощущать, а я люблю себя чувствовать великолепно, так что вот такие вот дела, потому что у меня вообще на повестке дня, знаете, наслаждаться жизнью и вот заниматься таким вот творчеством работы, совершенно в шикарном таком, в общем, быть совершенно великолепно себя чувствовать и наслаждаться собой и жизнью. Вот для меня такой приоритет. Вот. А если как бы такого наслаждения нет, то я думаю, что нужно как-то отдыхать. То есть не то, что там вот сделать, потому что сделать-то можно много. Но как вы будете себя чувствовать через год, через два или через неделю? Вот. Можно, конечно, и на пробежке, и в 7 утра, и как в армии послужить. Вот, и как говорится, как там, воины из Афганистана, вот кто знает, кто проводил статистику, те, кто воевали в Афганистане, как они живут. Так что здесь никто не знает, поэтому, как бы, искусство жизни. Я изучаю такую науку много лет, искусство жизни. Вот. Вот, поэтому я... Счастлива я или нет? Вы знаете, вы мне уже задаете вопрос, живу ли я без плохого настроения. Знаете, я тут, знаете, даже сама не предполагала, что я почти всю жизнь живу без плохого настроения. Знаете, это как рыба, которая плавает в океане и спрашивает, а что такое океан? Вот, а это очень много. Вот, я на самом деле вот тут подумала и вообще как-то прикинула, что я вообще почти всю жизнь живу без плохого настроения. Знаете, такое ровное, у меня ровное, а это очень много значит. Счастливо, ну, понимаете, можно сказать, что вот какие-то цели, там они не достигнуты, вот счастье, как оно вот вообще определяется. По какому, по философскому будем, понимаете, или вот в эту минуту, понимаете, вот как там. Или, знаете, вот как бы вот эта минута, нужно наслаждаться этой минутой, я счастлива. Или, в общем, мы как будем вообще оценивать состояние счастья? То есть по каким критериям? Ну, конечно, они все разные, само собой.
Ну, на самом деле полное погружение у меня в Америке. Я жила 4 года в Америке, в шикарном доме, ездила на Хаммере. Может быть, я вам там рассказывала. У меня был богатый муж, я занималась, писала мою книгу и была безмерно счастлива с моими книгами, там, Spiritual Yoga, Organic Food. И, честно говоря, я несколько лет в Америке, я так думаю, что вот была, честно говоря, вот счастлива. Хотя у меня там были многие цели, которые, в принципе, я их как бы и не совсем достигла. Но я могу сказать, что вот в Америке, наверное, я была, знаете, вот это счастлива. И так было все, знаете, не просто такое хорошее настроение, а настолько так все было, можно сказать. То есть вот тот период как-то вот так вот. Да нет, я когда туда приехала, без этих книг, без позитивного мышления, без этой философии, что я стала там изучать, писать. Я помню, приехала и по этому дому ходила. И вообще, то есть на самом деле там было в доме одиноко, пусто. Ходишь по этому шикарному дому с одной, там огромное количество комнат. Я помню, ходила, и было там не очень комфортно. И, честно говоря, само счастье не ощущалось в этом доме без вот этого позитива, без книг, без этого моего увлечения. У меня страсть к этим позитивным книгам. Так что вот, а когда я приобрела там, стала изучать, покупать много книг, знаете, библиотека моя полнилась, я вставала, понимаете, даже ждала, когда мне эти книжки из Озона придут, и с этим я там такой территории, там хочешь в гамаке, хочешь там дома читаешь эти книги, хочешь там в спортклуб шикарный поехал, хочешь в магазин, хочешь, в общем, на самом деле, в общем, как-то вот так вот. Но это вот благодаря, конечно, вот я считаю, что моему такому увлечению. Вот. А так, честно говоря, я когда первый раз туда, это по визе приехала, там по визе, а потом как-то получилось. Я сначала там на месяц где-то приехала. Я помню, что там не было такого счастья, потому что этот дом без этого позитива, без этой какой-то энергетики, он не представлял себя, вот как говорится. У меня даже муж там долго не задерживался, он предпочитал работать, травку стричь, куда-то ехать на машине как-то. Вот, я даже не знаю, там чего-то не хватало, там не хватало счастья, не хватало позитива, вот такие вот дела. Ой, вы знаете, у меня такой был муж, он мне всегда говорил, да, практически, и по-королевски ко мне относился, мы с ним никогда не ссорились. Вот, и в общем, на самом деле у нас не такие хорошие отношения были. То есть не просто он как бы был обеспечен, он врачом работал в emergency. Вот, он еще ко мне очень шикарно относился. Да, слушайте, как шикарно относится, да, вас поддерживает. Почему же разладно случилось? Почему же вот как так вышло, а то вы не знаете, как приходит к такому решению? Ну, вы знаете, я до нашего с ним знакомства была немножко такой, знаете, есть такие немножко стервозные дамы, девушки. Я была немножко такая стервозная, там, понимаете, несколько мужчин раунд. А потом, когда я занялась этим позитивным мышлением, понимаете, все по-честному, никакой копейки там, понимаете, если там по чеку что-то пробили, я всегда возвращала, понимаете, там, чтобы не взять, не дай бог, там вот это что-то там у магазина, поняли, да, если там что-то не пробили, я возвращалась там. Вот, и там тоже, понимаете, такую честность, что ни на кого другого там, в общем, ну вы поняли, да? То есть я как-то вот взяла эту планку позитива, и знаете, с таким вот этим каким-то азартом была слишком хороша. А с мужчинами я поняла, что нельзя. Надо, мужчина должен видеть, что ты красива, что другие мужчины заглядываются, и как-то они, знаете, вот это подмигивают, тогда у мужчины есть вот этот вот какой-то огонек. А когда он видит, что, понимаешь, вот сидишь там, вот это, то есть я поняла, что я немножко упустила. Я писала о деньгах, и вторая книжка хотела о любви, и момент был упущен. Ну, это мои какие-то догадки такие. Вот, а потом как-то вот уже, ну да, если бы я, конечно, там вот такая вся на феерии тоже выезжала на этом Хаммере, может быть, кому-то по-стервозному немножко там подмигивала по типу, была бы такая вот эта, ну, вы меня понимаете, да? Да,
была бы такая энергетика, и он бы где-нибудь так вот увидел, подумал, ой, нет, нет, понимаете, он бы как-то держался. А я такая вся такая честная, прям такая, ну прям кристально, прям вот это вот положительная. Вот, я не знаю, наверное, для в этом моменте, понимаете, не то, что там как-то налево, а здесь нужно немножко схитрить было и сделать, просто опыта у меня такого не было, ну потом это должен быть такой высший пилотаж. Вот, здесь надо было немножко схитрить, чтобы не то, что там, вы знаете, на кого-то там вот это, что-то там, вот это, а чтобы он как-то видел, что, в общем, такая конкуренция, и, в общем, держался, в общем, больше ценил. Вы меня понимаете? Да, я понимаю. Думаю, можно это писать так, чтобы думать, наверное, что суть в том, что он расслабился, скажем так, завоевав ваше доверие, и подумал, что можно уже не держаться в напряжении, а чтобы уже его приобретение, то есть там уже Я на самом деле написала книгу и решила, что я буду преподавать. Уехала в Россию, тоже, наверное, ошибка была. Я уехала сюда в 2007 году на несколько месяцев. Я же здесь в издательстве как за свой счет публиковала книгу, потом печатала в печатном этом дворе. Вот, все за свой счет задержалась. Мне пока ведка, потом это. А нельзя было настолько времени, конечно, его оставлять. Вот такие вот дела. И он подумал, что я вот эту книгу, я буду преподавать, я буду как-то вот это, я уеду. И что-то там такое произошло. И он решил развестись. Ну, так что вот. Ну, конечно, что сказать. Как-то вот так. Он был инициатором. Он подал на развод, хотя я потом приехала, пыталась восстановить. Я говорила, Перри, как же так, все как бы вот, ну... В общем, он был непреклонен, он сказал, что, в общем, нет, что развод неизбежен, что мы, как он написал для суда, что характеры мы не сошлись, вот, и, в общем, как-то мы очень с ним мирно заключили там такой договор, и, в общем, через суд мы с ним развелись, очень как-то так, в принципе, мирно достаточно, вот, а, так что вот, и такие вот дела. А я могла остаться в Америке. Конечно, слышно, была какая-то группа людей, что, наверное, если бы была возможность вернуть свое время, да, не допускать эту ошибку, то, наверное, вы бы попробовали как-то выбить отношения. Да, не знаю, знаете, что возвращаться, знаете, говорить, знаете, столько лет прошло, я просто вам рассказываю, вы меня спросили по поводу счастья, по поводу ощущения счастья и так далее, вот, и на самом деле, и вспоминая эти мои книжки, эту Верку Сердючку, как я ездила на этом Хаммере под Верку Сердючку и на курсы английского, и вообще там эти шикарные дома в Коннектикуте, и машина такая шикарная, ну и вообще такая, знаете. У меня машины никогда не было, так я села на Хаммер и сказала, что я умею водить, короче. Это такая боевая, да, в общем, боевая машина-то большая, задним ходом-то вообще просто этот пипец. Вот. Ну, а эти американцы, они такие, знаете, они очень, как там, терпеливые, они очень долго там, пока я там задним ходом там на парковке-то выруливаю там где-то, они там, знаете, даже там руками махали, как там это вывернуть, в общем, а так, конечно, в общем, как-то вот так вот. Ну, не столица мира, и поездила, я столько стран, с ним путешествовали. Вот, в общем, как-то так. В общем, я как-то вот, да. Это, конечно, вам не балкон в спальном районе Санкт-Петербурга на отшибе. Знаете, это вам не Америка, не этот не балкон, который требует, знаете, у меня ремонта и вообще как-то вот это. Сейчас я просто на балконе. Вот, это, конечно... Как-то вот так вот. Слушайте, ну вы же юрист, Татьяна. Да. Работали когда-нибудь по специальности? И вообще почему не привлекает это дело? Или привлекает? И как у вас там с этим? Знаете, когда у меня появился адвокат, вы знаете, я столкнулась в Америке с адвокатом. У меня такой адвокат был бывший мэр города. Такой очень уважаемый мужчина. Я не могла понять, почему американцы ненавидят юристов. Вот, но пообщавшись, вообще столкнувшись с адвокатами в Америке, я поняла, потому что они присылают такие счета, дерут такие деньги, что их потом люди просто ненавидят. Вот.
Поэтому на самом деле, нет, я не работала. У меня юридическое образование, но я по специальности не работала. Хотя он мне говорил, что мне нужно остаться в Америке, остаться и можно какую-нибудь контору юридическую устроиться. Мой адвокат говорил, зачем вы пойдете в Россию, как бы уже столько лет у вас это постоянная грин-карта, вам нужно в Америке оставаться. Вот. Ну, я решила, что я в Россию поеду. Здесь квартира. Мы здесь, когда мы с Перри купили квартиру, здесь квартира была. Вот, я думала, что решу вопрос. Нет, я вообще хотела вернуться. Хотела вернуться и получать вообще американский паспорт. Вот, на самом деле у меня такие планы были. Но планы изменились. Планы изменились, когда я сюда приехала. Немножко так планы изменились. И обратно я уже в Америку не поехала. Но на самом деле, я бы сказала, что я в этом доме как-то... В общем, там эта книжка, как-то, знаете, сама вот как-то там вот это вот по себе, там я не американизировалась. Вот. Ну, слышно, да? Сегодня как-то я вообще, знаете, как-то я сегодня сильно популярна, знаете, сильно популярна. В общем, я шучу, понимаете, вот это, все как-то вот хотят дозвониться, там еще что-то. Так что вот, ну, на самом деле, нет, просто он так немножко вот рассказала. Вот. А вообще мой муж говорил, что мне нужно найти кого-то более богаче, чем он. Да. Ну потому что, когда мы купили квартиру, я ему сказала, что там еще подземная парковка нужна. Он говорит, зачем тебе подземная парковка? Я говорю, на эту подземную парковку я буду ставить хаммер. Я еще хотела хаммер. В общем, как-то вот так. А потом Перри сказал, что ему надо ферму в Вермонте, еще там вот это... Ферму в Вермонте, потом два дома во Флориде, там столько домов было, и он как бы, знаете, как там это Могич взял. В общем, на самом деле там такое вот это вот такое дело. Вот. Нет, вы знаете, что я столько сейчас, вот я столько за эти 5 лет наубиралась, я когда приехала в Америку, я там даже, вот сколько там жила в Америке, я ни разу даже ни швабру не взяла, ни швабру, ни тряпку, ни разу пол не подмела, представляете? Ага, работать там? В каком смысле? Ну, где-нибудь там, нет, я не работала, я книжку писала, я сидела дома и писала книжку. Так что книжку, ну я ее сейчас пиарю, я ее опубликовала, эту книжку, но я просто хочу сказать, что я там в Америке ничего не делала по дому, ни посуду не мыла, оставила посудомоечную машинку, ни пол не протирала, вообще ничего, даже белье не стирала, даже постельное белье с этой, с кровати не снимала и не стирала, представляете? Да. Что все будет хорошо у вас, и все будет хорошо у меня тоже. Но главное, вы не теряйте надежду. Может быть, до Ворона-Баффета у нас позвонится там. Ну да. Хорошего. Ну да, в общем, на самом деле. А у вас там гости ждут на улице? Вы держите на улице гостей? Я слышу. Я слышу уже стук. То есть они уже стучат. Ну ладно, хорошо. Угу. Угу. Да, конечно. Ага, счастливо вам. Угу. Не узнала я его номер, не узнала. Ох, это этот Игорь. Запишет у меня там это видео. Сейчас смотрю, пишет. Что-то я ему перезвонил. Зачем я перезвонил? Еще какой-то номер звонил. Ну да. Вообще, как говорят, если человек начинает стремительно богатеть, со всех сторон начинает стремительно, знаете, вот это вот?
знаю. Так, значит, мне нужно уже убрать майонезик. Иначе, знаете, сметана с майонезиком здесь, это на солнце. Сейчас я пойду уберу. Добавить мне нужно еще к чаю. К чаю добавить кипяточка. Чтобы сметанка у меня здесь не стояла. Значит так, я здесь кипяточка себе добавлю. Вот. Сейчас. Жди меня, я вернусь. Отсюда у меня салфетки полетели. Ну, эти салфеточки. Никуда же не полетели салфеточки. Ну ладно, вот там-то пишет. В общем, не знаю, сказать вам правду или пошутить. В общем, знаете, в чем это. Знаете, когда мужчина решил, я вам точно скажу. Знаете, когда мужчина решил развестись, значит, его что-то не устраивает. А что может мужчина не устраивать? Значит, мужчину, как правило, не устраивают интимные отношения. Поэтому мы с вами будем изучать вот тантру, тантру, йогу. Так что вот, это даже к бабке не ходи. Это мое субъективное такое мнение. Так что вот. А если мужчина это устраивает, то он вряд ли будет вот это. Ну вы поняли, да? На что я намекаю? О, мужчина считает деньги. Ох, такой симпатичный мужчина, он 5000 насчитает или что? Такой симпатичный мужчина, прошу, а правда боком его видела? Знаете, это как фильм, сейчас обсудим с вами, «Все мужики с воли», «Бальзаковский возраст». Там показана вот эта вот такая девушка, которая там несколько раз была замужем. Вот, и в принципе она что? Благодаря замужеству она решала свои финансовые вопросы. И уже тогда, уже ближе к 40, она поняла, что хочет любви. Когда она уже, знаете, у нее уже квартира, она уже так это посмотрела, хочется любви. По-моему, около 40 ей было, и 45. Около 45 ей было. Она только задумалась, что хочет вот любви, как-то вот этого. Мы, конечно, можем с вами поспорить, но тут, знаете, девушка, которая нуждается, знаете, вот это вот финансы, знаете, которая живет как-то, в общем, не очень. Ну, в общем, как-то на самом деле. Конечно, может, мы предположим, что все разные, но...
пока решают финансовые вопросы, когда решат финансовый вопрос, начинают задумываться о любви. Этот финансовый вопрос никак не совпадает с понятиями любви. Так что вот, оттуда и проблема. Кушаю, у меня такой завтрак, ланч. Ланч миллионера на моем балконе. Удивительно, он позвонил, когда я решила на моем балконе покушать. Даже очень удивительно. Он уже недавно звонил. Поняла, что у меня все хорошо, я очень рада. Такие успехи, и пробежка, и работа, и учеба, и курсовые. Сегодня же у нас первое число, дорогие друзья. 3 часа. Сейчас 3 часа 19 минут. С первым днем лета вас, дорогие друзья. Конечно, я хотела, думаю, покушаю в моем гранд-ресторане, как обычно, на моей кухне. Но приняла душ. А сколько там погода показывает в Петербурге? Сколько там, 17 градусов. Тут у меня открыта балконная дверь, и там окна открыто. Прохладненько. Дома прохладненько. Там-то солнца нет, а здесь солнцем намного теплее.
даже обратите внимание, вот там видео из моей студии, творческой студии позитивного мышления, силы позитивной мысли. Такие шикарные шикардовки, которые здесь заснимала. Знаете, где-то вот инкассаторская машина, стала вспоминать энергию любви, вообще это впитывать, ну, как бы это вот эти вот денежки, или в банках, или в инкассаторской машине, или какие-то там. В общем, понимаете, такая, в общем, денежная энергия и так далее, как-то вот и улыбка, и уже, знаете, как-то вошла в состояние вот этого, знаете, любви, вот это состояние, можно сказать, этого богатства, и уже, знаете, улыбкой, как-то счастье. Обратите внимание, как я там выгляжу и так далее. То есть вы даже по моему лицу, как я говорю, можете это посмотреть. Я же специально заснимаю, чтобы вы посмотрели. А там так получилось супер шикардозно. Вот. Здесь сколько ни говори, а там прям наглядно можно посмотреть. Парочка идет. Говорится, не 1 июня, День защиты детей. День защиты, да? Надо будет посмотреть по интернету, что там интернет показывает. Кто-то что-то трясет, непонятно. Я же мог, знаете, с какого этажа что-нибудь там трясти, понимаете, с этих балконов. Ну да? Проснулась у них 8, мне номер там какой-то позвонил, такой необычный какой-то номер. Как сказал Василий Валерьянович, может быть, это Салман Алсауд звонил? По машинам, которые уехавшие, много парковочных мест.
мое восприятие американцев, когда я в Америке жила, это был 2004-2008 года. Вот. У меня другое немножко такое восприятие счастья было, немножко другое. Ну, не то, что другое, как-то немножко я смотрела. О, люди накупили продуктов в Семишагове. Знаешь, 3 пакета. Просто, как я говорю, наслаждаться, понимаете, наслаждаться собой, миром, природой, еще солнцем. Понимаете, природа шикарная, погода, лето. Вот сижу, наслаждаюсь едой, наслаждаюсь солнцем. И этим моментом. Солнцем и этим моментом. Ну вот. И не думаю ни о чем, понимаете, ни о там. Не о прошлом, не о будущем. Ну так поговорила, ну да, а что об этом думать-то? Если начать думать о каких-то проблемах, то, в общем, как-то состояние это уходит, а так на самом деле, как пишут в мудрых книгах, будь настоящим. Будь настоящим, а в настоящем моменте можно быть счастливым. То есть как-то вот так. И вообще, как я любила обычно загорать, знаете, где едешь на море, загораешь, целый день лежишь на солнце, окунаешься в океан, загораешь. Вот лежишь, наслаждаешься, вообще, честно говоря, вот это греешься. К вечеру такая загорелая, на променад, на ужин, шопинг. Я всегда любила лето. Лето, если поехать куда-нибудь, знаете, вот это вот, или в Риме, или там, вот я была на курортах на Кипре, была в Таиланде, в Италии, в Венеции, в Риме была. А когда, кстати, вышла замуж, мы уже спели там, Доминиканскую республику поехали, ну куда-то там на Бали, я уже не могла так наслаждаться. Ни океаном, ни солнцем, я не знаю почему. Даже в Америке что-то я особо не загорала, уже не могла наслаждаться. Ну обычно так, ну в принципе вообще говорят, что как-то многие люди вообще как-то от солнышка. Я это продаю, просто решила, думаю, ладно, солнечные ванны, в небольших количествах они полезны. Так что вот. Здесь Джозеф Мерфи трактует, делает комментарии к библейским строкам, да, я понимаю, это из Библии. Он делает свои комментарии. Комментарии к каким-то главам, то есть вот в этой книжке. Духовная сила человека.
что? Так, очень еще сладкое, фрукты, салат, я уже где-то съела. Бутерброды, салат, яйцо. Съела вареное, куриное. Сладкое чуть-чуть позже. Ну все, в общем, я как это, честно говоря, позагорала видео. Это сейчас нужно это я чуть-чуть принесу. Да, уже мой гранд-ресторан. Так как у меня подносик шикарный. Ну что, здесь я поставлю вот так. Я уже стульчик. Съемочка. Ну что, дорогие друзья, вы смотрите мою такую очередную программу моей творческой студии позитивного мышления, силы позитивной мысли. Татьяна Салмановна Мактум Сайфудин. Сегодня у нас начало лета. Лето началось. Ох, облака. Шикарно. Смотрю на небо. Такое красивое небо. Вот. С вами Татьяна Салмановна Мактум Сайфудин. Компьютер у меня нагрелся, немножко компьютер нагрелся. Сейчас здесь буду убирать. Еще буду чай пить. Так что вот. Посудку надо будет помыть. Так что вот. Татьяна Салмановна Мактум Сайфудин. Thank you.
нос. Шикарно. Нужно сейчас потереть, красотка. Просто феерическая звезда. Татьяна Соломановна Макту Сайф. Ну что, давайте посмотрим, как покажет здесь меня, мой компьютер. Как он покажет. Не знаю, с чем это было связано, с тем, что я только что загрузила мое это трехчасовое видео на мою страницу ВКонтакте Татьяна Соломановна через дефис Maktoum Saif или через дефис, или потому что я на моем балкончике, как бы такой у меня ланч. Вот. Такое внимание Игоря. Мои видео, в том числе, я заснимаю также в защиту моей чести, моего достоинства для Приморского суда Санкт-Петербурга, ну и для Европейского суда, также в защиту моих прав. Так что вот. Компьютер у меня выключился, сейчас я его... С вами была Татьяна Соломановна Maktoum Saif. Или там еще показать. Сейчас я себя еще здесь сниму. Как здесь погружу? Но здесь более шикарно. Да, ну смотри, как свет выставил. Да.